Доброе утро и привет из Гагры. Сегодня 24 сентября, и волею судеб я попала в Гагры. Вот такой двор. Классно, так уютно все. Свежие розы стоят на столе. И это дом нашего Гурама. Благословенный наград висит. Вот. Бегу на море, чтобы успеть до служения. Тут в горах дым какой-то. Погода, как вы видите, шикарнейшая. Вот, ну прям полноценно. И экскурсия. И абхазское застолье. Такая вот погода. Вообще чудо. Доброе утро. Ну, здоров на море. Вчера море было спокойное, спокойное. Надеюсь, что сегодня будет так же. Всем хорошего дня.